мы запишем реакшн на YouTube тоже. Так что всем привет, ребят, кто смотрит это в записи. Но мы сегодня посмотрим такой вот видасик. Видасик называется Rainbow Factory Wooden Toasted MLP FNAF. Меня попросили на стриме сделать на это реакцию. Я немножко уменьшу чат, чтоб не сильно мешал. И давайте-ка смотреть. Окей. FNAF. Меня, знаете, из самого начала интересовало, как они вообще решили FNAF запихнуть тоже в Rainbow Factory. То есть, почему Twilight синяя? А, типа, один из персонажей... Окей. Минус поняша. Не, ну, Applejack очень устрашающе выглядит в этом образе. Не, ну, выглядит достаточно оригинально, слушайте. Rainbow Dash, я так понимаю, это Фокси. Не, ну... Вау, новый донатик. Так, пусть пройдет. Мой канал не надо оценивать, но оцени мою подругу. И если не сможешь, то просто прислал ей донатик, чтоб побаловать. Спасибо огромное. Скинь... Надо было скинуть ссылку. В донатике, чтобы я еще ее оценил. Но потом попрошу в чате написать, когда закончу смотреть. Factory. Окей. Twilight на самом деле прикольно как-то изобразили. У нее что на... Окей, у нее была типа радуга на ее теле. Прям с разными образами. Оу, я только что фейл заметил. Короче, грива Fluttershy начала как-то сильно в разные стороны ломаться. То есть ошибка анимации. Небольшая, но... Главное, что не сильно приметное. Хорошо на скрипке я сыграла. Прям как Кузьма всех играет. Окей. Do not distract the security guard. Правда... Воу, новый донатик. Ссылка удалена. Еще на это. Хорошо, спасибо за донатик. Посмотрим. О, зеленые глазки какие. Странные ручки, конечно же, такая типа... Ничего не сможешь сделать вообще. Только двигать. Вообще, вроде как прикольно, но... Вот, опять у Pinkie Pie так же само начала немножко труситься грива. То есть подлагивать, в смысле. Все равно нету той самой атмосферы, которая была в оригинальной Rainbow Factory, так что... Но все равно прикольно, все равно хорошо. Неожиданно, что есть вообще соединение Rainbow Factory и FNAF, и MLP, и все совместное. Но все же есть такие фанаты, оказывается, которые делали такую вот SFM. Молодцы. Так, ну ладно, запись я заканчиваю. Смотрите мои стримы.